На рабочем поселке работают экскаваторы, сносят аварийные дома на пересечении улиц Карла Либкнехта и Краснофлотской. Всех жильцов из них полностью расселили в 2022 году по программе Московской области «Переселение граждан из аварийного жилья». Новые квартиры людям предоставили в новостройке на ПМК. И вот теперь пришло время сноса старых домов. А тем временем программа по расселению из аварийного жилья в округе продолжается. По информации администрации, в 2023-2024 годах планируют расселить 82 дома. Из них 52 в Сергиевом Посаде. Среди них есть те, которые находятся на улице Клементьевская, Школьная, Ильинская, Вифанская, второй кирпичный завод. 27 аварийных домов находятся в Краснозаводске, на улицах Горького, Трудовые резервы, Больничные и 1 мая. Два дома в Константинове и один дом в Шеметове. Для переселенцев в округе запланировано строительство новых домов. 4 дома в Краснозаводске на улице Строителей и Театральной. 2 дома в Сергиевом Посаде на улице Владимирской и второй кирпичный завод. Всего в новых домах будут предоставлены переселенцам 757 квартир. Кроме того, расселение будет проводиться путем выплаты выкупной стоимости за аварийное жилье.